For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Добрый день, наши дорогие друзья и подписчики. Сегодня мы с вами на YouTube-канале RS Property, и с вами я, эксперт по недвижимости ВАМ. И сегодня мы с вами снимаем пентхаус в самом центре города, в районе ОБА. Вот мы сюда поднялись, в гостиную. Небольшой пентхаус, 100 квадратных метров, можно сказать, мини-пентхаус. И сейчас мы с вами посмотрим обзор на данный объект. Сдается пентхаус в чистовой отделке, со встроенным кухонным гарнитуром уже готовым, с покрашенными стенами и с полностью оборудованными санузлами. Здесь вы можете расположить удобный диванчик и сделать небольшую гостиную. Вот также удобное место у нас под лестницей, где можно обыграть какой-то шкафчик поставить, что тоже очень удобно. И давайте пройдем с вами на нашу лоджию. Да, и вот мы с вами попадаем с вами на этот уютный балкончик, лоджию. И у вас отсюда открывается, если кто-то был в Нью-Йорке, на городской парк такой мини-турецкий, и вполне возможно, может быть, его когда-нибудь додумаются оборудовать, и у вас здесь будет всегда очень много кислорода, но это не точно. Вот. Пока что вот у нас такой прекрасный, замечательный вид. И давайте с вами пройдем на второй этаж. Там у нас располагаются две спальни. Точно так же у нас там есть лоджия, и посмотрим, какое расположение комнат у нас там находится. Пойдемте. В этой комнате у нас располагается наша большая спальня. Видите, здесь в две стороны выходят наши окна. Давайте пройдем с вами на балкончик. Этаж, где вы можете также спокойно, никто на вас смотреть не будет, посидеть, попить кофе. И пройдемте на второй с вами небольшой балкончик. Здесь, кстати, какой плюс? Если там сторона у нас солнечная, да, и жарко, то здесь, наоборот, у нас сторона теневая. И здесь можно насладиться таким теньком и вот таким прекрасным видом на чей-то сад. И, конечно же, вот этот замечательный вид на горы, горы Торос. И дальше у нас располагается детская спальня. То есть здесь можно даже поставить, наверное, пару небольших кроватей, если у вас большая семья. То есть, соответственно, тоже будет очень удобно. И также у нас есть уютный небольшой балкончик, где также можно его использовать как жилую площадь вполне. И давайте немножко поговорим об инфраструктуре этого комплекса. Она здесь небольшая, но, как вы видите, здесь довольно-таки удобный небольшой бассейн. Можно охладиться как раз в такую жаркую погоду. И здесь очень зеленая территория, подстриженный газончик. Видно, за комплексом очень хорошо ухаживают. И дальше мы пройдем в зону тренажерного зала, где можно позаниматься спортом. Здесь просто у нас world-class. На самом деле здесь очень прекрасные кардиотренажеры, вы можете здесь побегать, можете немножко силовыми позаниматься, что очень удобно. И также вы можете поиграть в прекрасную игру настольный теннис. Мы сейчас, кстати, опробовали, очень классно, так что всем советую, можете просто зайти и поиграть в теннис в этот комплекс.
И очень большой плюс, здесь есть гостевая кухня, где вы можете прийти, посидеть, взять с собой фрукты, овощи, помыть, устроить такую небольшую пати, все это рядом с бассейном. Очень классно это на самом деле для семейного отдыха. Комплекс небольшой, но он очень функциональный, и вам с семьей здесь будет очень комфортно и удобно жить. Итак, друзья, сегодня мы с вами посмотрели объект под номером 16224, пентхаус 2+1 в районе Оба. Напомню вам, что район Оба является одним из самых престижных районов в Алании. Здесь малоэтажные постройки, очень развитая инфраструктура, магазины, детские сады, аптеки, государственные больницы, государственные учреждения. Все находится в шаговой доступности. Точно так же здесь находятся одни из самых лучших пляжей в Алании. Они всегда обустроены, за ними очень хорошо ухаживают. Так что, если вам понравился данный объект, вы можете нам написать на сайт, в WhatsApp, в Instagram. И также вы можете посмотреть на нашем сайте остальную базу наших объектов. Она всегда актуальна, всегда самые лучшие объекты. Звоните, пишите. Компания Rest Property всегда будет рада вам помочь. И также вам напомню, что наши офисы находятся в Стамбуле, в Анталии, в Бодруме. Точно так же вы можете обратиться, и наша команда всегда вам подберет наиболее лучшие объекты и варианты недвижимости в Турции. С вами был Иван, компания Rest Property. Звоните, обращайтесь, всегда наша компания будет рада вам помочь. Ну а я пошел купаться в этот шикарный бассейн. Все, до свидания.